Кирилл Валентинович, Николай Петрович Пронькин, наш строительный подрядчик, будет нам новый цех строить. Спасибо за доверие. Я так рад сотрудничеству с вами. Отлично. Присаживайтесь. Спасибо. Мы здесь ряд документов подготовили, Влад. Там не хватает только вашей подписи. Хотелось бы предварительно ознакомиться. Вы нам не доверяете. А вот мы вам доверяем. Лично мы вам полностью доверяем, Николай Петрович. Это ваш аванс. Замечательно. Спасибо, Николай Петрович. Созвонимся. Всего доброго. И вам того же. До свидания. Давай. Семен. Здрасте. А это что такое? Здрасте. Что это? А ты посмотри. Учредительные документы нашей новой фирмы. А что с ними? Что-то не так? В самую точку, Кир. Оказывается, Паршу не требовал ее открывать, как ты мне впаривал. А это нужно было лично тебе, чтобы обмануть Вику. А мной ты просто сманипулировал в своих интересах. Не, Семен, подожди. Тебя просто неправильно проинформировали. А ты открой мне глаза тогда. А то я что-то запутался, Кир. Что молчишь? Крыть нечем. Ты хоть понимаешь, что уже так забрался, что не выпутаться? Ты хоть понимаешь, что ради денег ты через всех переступил? Через Вику, через детей. Теперь что, моя очередь? Что ты такое говоришь? Скажи. Сеня, ты же мне друг. Ты мне больше, чем друг. Ты брат мне, Сеня. Мы с тобой вместе начинали, бок о бок шли. Как тебе в голову могло такое прийти? Много между нами было. Мы как-то доверяли раньше друг другу. Все решали вместе. А теперь ты изменился. Не узнаю я тебя. Может быть, я тебя вообще никогда не знал? Может быть, ты все время притворялся? Вот так смотрел в глаза и врал? А если так, то врать будешь до конца. Сеня, послушай. Ты знаешь, что самое страшное, Кир? Что я тебе не верю. А нет веры, нет дружбы. И бизнеса тоже нет. Семен, ты что, с дуба рухнул? Ты понимаешь, что ты говоришь? У нас только все налаживаться начало. Ты под корень все зарубить хочешь? Ты уже сам все сделал. Я лишь черту подвожу. Завтра, пожалуйста, документы приготовь, я свою долю забираю. Семен! Ничего. Остынет и вернется. Успокоится! И вернется. А если нет? Если... он не вернется. Тогда весь ваш бизнес просто рухнет. Тут и Леонид Григорьевич вам ничем не поможет. Как ваш финансовый директор, я настоятельно бы рекомендовал вам любой ценой прийти к примирению. Семен, я не понимаю, что за срочность? Куда мы едем? К адвокату. Говорят, она лучшая в Москве. Теплицкая Альбина Григорьевна. И то, что она согласилась с нами встретиться, это большая удача. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. У меня муж тоже пытался отобрать ребенка, но у него ничего не вышло. И у вашего ничего не выйдет. Тем более с таким свидетелем, как Семен, он не выкрутится. Все сделает. Чего захочу я? Почему вы так уверены? Вы что-то о нем знаете? Вик, запомни, что бы ни случилось, я всегда буду рядом. До самой смерти. Я тебе слово даю. При свидетелях. Ну и аванс. Спасибо. Распишитесь.
Ну что, дело сделано. И с этого момента условия будем диктовать мы. Так. Это сюда. Это как? Это что? Гадкие дети! Вот скотина, а? Предатель. Из-за бабы против друга попер. Не ожидал я от него такого. Не ожидал. Это сильно меняет расклад? Думаю, что да. Теплицкая мастер в области семейного права, плюс показания Семена Михайловича. Боюсь, что суд не только отберет у вас в пользу Виктории Александровны и ее разводную долю и детей, но еще и обвинит вас в мошенничестве. Сема, Сема, Сема. Не ожидал. Скажи, временно ты можешь поговорить с этой адвокатшей? Ну, ты же прошлого адвоката убедил. Но это не тот случай. Теплицкая дама другого полета, к ней с кондачка не подъехать. Было бы самым разумным не доводить дело до суда, а попробовать договориться с Викторией Александровной полюбовно. Да я наизнанку вывернулся, чтобы ей ничего не досталось. И что, теперь все коту под хвост? Ну, учитывая сложившиеся нюансы, это было бы сейчас самым оптимальным решением. Ладно. Свободен. И думаем, думаем, думаем! Сема. На, посмотри! Что еще? Смотри, что они перед отъездом сделали! На, посмотри! Смотри, что они сделали! Зачем, а? Что это за дети такие? А Вики на тряпки обратно в шкаф затолкали. Я так больше не могу. Я тебе клянусь, я так больше не могу. Давай продадим этот дом, давай купим другой, давай переедем к папе поближе. Ну, пускай Вика заберет своих детей. Пускай уже оставит нас в покое. Господи, я так больше не могу. Кирилл, Кирилл, пожалуйста, умоляю, отдай ей детей. Анжелика, ты умница моя. Ты у меня умница. С детьми я разберусь, я тебе обещаю. А платьях не жалею, купишь новые, съезди в Милан, я пока здесь ремонт сделаю и выкину все старые вещи. Обещаешь? Нам нужно готовиться к свадьбе, я обещаю. А сейчас извини. Я очень занят. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Рюмин, а назначь-ка ты мне встречу с Викой и Семеном. Мне с ними нужно кое-что обсудить. Спасибо, что согласились на встречу. Господа адвокаты, не могли бы вы нас оставить на несколько минут? Все нормально. Семен. Вика. Я хочу покаяться перед вами. Я виноват. Я очень виноват перед вами. Я не знаю, как это произошло, что это чертов бизнес. Что я свою работу поставил выше вас.
самых близких мне людей. Ну, ты же сам все это сделал. Все своими руками. Да. И я в ужасе от этого. Как будто помрачнение какое-то нашло. Я понимаю, нет прощения мне за все то, что я совершил, но… Но я хочу… Я хочу исправить ошибку. По крайней мере, попытаться. Семен, ты в любом случае получишь свою долю. Без вариантов. Я знаю, что твое доверие мне будет восстановить. Трудно, но я хочу, чтобы ты знал. В память о нашей дружбе я бы никогда от тебя не отвернулся, если бы ты признал свои ошибки. Решение за тобой. Еще раз прости меня. Вика, перед тобой больше всего виноват. Перед тобой и перед детьми. Не надо всего этого, я прошу, встань. Я после того, что я совершил, я готов половиком на пол лечь, чтобы ты всю жизнь об меня ноги вытирала. Я прошу тебя, вернись домой. Анжелику я выгнал вместе с ее барахлом и вместе с ее финансовым приданным. Я клянусь тебе, что такого больше никогда не повторится. Прости меня, любимая. Прости. Петя совсем от рук отбился. Оля плохо спит по ночам. Это все из-за нашего с тобой развода. Да что бы ты ни решила, знай, дети останутся с тобой. Как только вернутся. Я их отправил к морю вместе с Раисой Петровной. Хочешь? Хочешь с ними поговорить? Раиса Петровна, Петя рядом? Дайте ему, пожалуйста, трубку. Возьми. Петенька. Сейчас. Сейчас. Мама? Мамочка, мы так соскучились. Мы тут на юге у моря. А когда ты приедешь? Я тоже по вам очень соскучилась. Конечно, я скоро приеду. Мы обязательно увидимся. Мама! Олюшка! На, держи. Здравствуй, Олюшка. Я обязательно скоро приеду. Слышишь? Да, слышу. Я очень люблю вас. И мы тебя, мамочка! Я люблю вас. Дети просят приехать к ним. Я как раз подумал о том же самом. Но не хочется их с отдыха срывать. И Василису Тимофеевну повидаешь заодно. Поехали. Ну что ты так на меня смотришь, Семен? Не доверяешь? Поехали с нами. И, может быть, наши родные места помогут вспомнить все хорошее, что между нами было, и забыть все плохое. Поехали. Прости меня. А вот я считаю, что признать свои ошибки – это поступок, достойный уважения. Но разве плохо, что он помириться хочет? Не езди с ним. Я еду к детям. А Кирилл нам устраивает встречу. Если б ты знала, Лида, как я хочу увидеть Петю с Оленькой. Только сначала он вас разлучил. Или ты забыла, сколько он тебе гадостей сделал, а ты готова мчаться к нему, сломя голову. Я еще не решила, будем ли мы вместе. Ну, конечно, не решила она. Да ты на себя посмотри, у тебя все в глазах написано. Лид, прекрати. Только не вздумай показываться в этом пансионате, а то мало ли какую ловушку Кирилл задумал. Ага. Не волнуйся, я с ней рядом буду. На всякий случай, ну мало ли что. Так, ребят. Я прошу вас, успокойтесь. Я остановлюсь у бабушки и детей попрошу к ней привести. Но мне почему-то кажется, что все у нас будет хорошо. Мам!
желаю. Мама, мамочка! Мама! Здравствуйте, солнышки мои. Родная моя! Мама, как же по вам соскучилась, а? Загоревший дух какие! Папа! Мама! Пап, вы снова с мамой вместе будете? Ну, это у мамы нужно будет спросить. Здесь Сёма! Ну, идемте в дом! Отлично! А то я у соседей смотрю, глаза от любопытства на лоб повылезали. Ну, давайте, идем. Ну, поехали. Нам еще в гостиницу устраиваться. Ты это... Сень, ты езжай, а мне здесь кое-что решить надо, хорошо? Вика! Вика, подожди. Я так больше не могу. Черт с ним, с этим комбинатом, с этим бизнесом. Я сейчас все готов отдать только, чтобы вернуть тебя. Ты помнишь, ты как-то сказала, что останешься со мной, даже если я обиднее. Ну вот. Ну вот, ты плачешь. Ну не надо, не плачь. Все же хорошо. Ну? Я думала, что мы уже не будем вместе. Но я же рядом. Ну, пусть все плохое останется в прошлом. Мы же с тобой больше никогда не расстанемся, правда? А, ты помнишь, где мы с тобой в первый раз поцеловались? Конечно. В бухте. Там наша любовь началась. Да. А давай махнем туда. Посидим, как раньше, у костра. Отметим начало нашей новой жизни. Я тебя всю ночь в гостинице прождал. Думал, где ты, что ты, а ты здесь. Яхту готовишь, на рыбалку, что ли, собрался? Да нет. С Викой на пикник поедем. Думаю, там окончательно помиримся. А ты, я смотрю, не рад. Че так нажался-то? Да думал. О чем? А думал о том, что ты недостоин этой женщины. А кто достоин? Ты, что ли, Семен? Да перестань. Признайся. Ты же ей помогал только, чтобы своего добиться. Нет. За так. А с кем ей быть, решать ей. Кто бы говорил, и я ж тебя как облупленного знаю. Я тебя тоже. Поэтому на пикник с вами поеду. Ч-ч-ч-ч-ч. На случай, если у тебя в голове перемкнет, как тогда. Но сам знаешь, что я тебе рассказываю. Слышь, старик, базар-то фильтруй. А то я не посмотрю на наши 30 лет дружбы и совместный бизнес. Какой бизнес-то? У нас с тобой ничего совместного-то нет. Вик, ты сможешь обмануть, а я свое слово назад не возьму. И за жабры меня, Кирюша, щекотать не надо. Ага. Ну да. Ну да. Ладно. Очень жаль, что ты не передумал. Каждый сам выбирает свою судьбу. О, надо же! Ты смотри, лодка дырявая. Эй, командир! У меня здесь лодка дырявая. Уберешь?
а я тебе денежки отстегну. Сам свой хлам убирай. Я к тебе уборщиком не нанимался. Ну нет, так нет. Чего-то кипятиться-то. Пусть здесь до завтра полежит. Да пошел ты. А сейчас мне некогда. Пока без лодки обойдемся. Знаешь, Сень, а я даже рад, что ты с нами на пикник поедешь. Да. Я пока к рыбакам сгоняю за свежей рыбой. А ты костерок разведешь. М? Только смотри, Сень. У нас с Викой до интима дойти может. Так что, если что, чтобы в бухте и духу твоего не было. Mm-hmm. Не сможешь уплыть? Утони. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть такие замки? Это, знаете, такие закончились, но есть похожие аналоги. Вот такая подойдет? Так. 8,5. Вот. Да, вполне. Спасибо. Азамат Закирович, Кирилл приехал. Они с Семеном остановились в гостинице яхт-клуба. Что делать будем? Теперь жди плохих новостей. Да после того, что они с вами сделали, сам Аллах посылает их к нам в руки. У меня есть надежные люди. Они их так отделают, на всю жизнь запомнят. А Кирилл в ответ, через Прохорова, нашлет своих головорезов. Азамат Закирович, да я за вас. Я сказал нет. Я не хочу, чтобы за меня кто-то пострадал. Неспокойно мне что-то. Вот сердцем чую. Недоброе что-то затеял твой Кирилл. Ну, оступился. С кем не бывает, ба? Милая, любовница — это не лужа, чтоб в нее ненароком вляпаться. После лужи нога вон сколько сохнет. А этот фить, все, забыл. Как может сердце так быстро перестроиться? Я думаю, он понял, что семья ему дороже. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. Ба, ну я и так чуть с ума не сошла, когда мы расстались. До сих пор душа болит. А ты мне еще эту рану расковыриваешь. Для меня сейчас главное, что он раскаялся. Делом своей жизни пожертвовал. Вот это-то больше всего меня пугает. Ведь твой же Кирилл за копейку удавится. А здесь вдруг такой выгодой пожертвовал, а? Тебе что это? Ни о чем не говорит? Говорит, что он все-таки любит меня. Ой, дуреха. Ой. Бери детей и вали от него куда подальше. И в бухту с ним не ехай. Ну, ба. Да. Стукнет тебя по кумполу пару раз и сунет концы в воду. И окажешься где-нибудь в Турции. А я здесь помру с горя. Ну, насочиняла, ба. Ничего со мной не случится. Не переживай. Семен с нами поедет. А Кирилла я по-прежнему люблю. Но ничего не могу поделать с собой, ба. Ой-ой-ой, как же плохо иногда бывает по утрам-то. Да, старик, перебрал ты вчера. На, подлечись. Благодарствую. Глоток живительной влаги. Mm-hmm.
как ты? Никогда тебя раньше таким не видела. А ты отвернись. Отвернись и не смотри. А я тоже от тебя отвернусь, и чтобы не видеть, как ты на него смотришь. Чего ты в нем нашла, я вообще понять не могу. А раньше ты что-то в нем находил. Столько лет с ним дружишь. Вот именно что раньше. Раньше совсем другое было. А после того, что он сделал, о какой дружбе может идти разговор? Да еще кое-что было, конечно. Так что, Вик, ты подумай, прежде чем с ним сходиться, подумай. Что же, интересно, он такого сделал, а? Семен, может, расскажешь? Ну, говори же. Хватит пить. Вик. Семен! Подмени меня. Сейчас придет твой спаситель. Ну, давай скорее. Все. Иди. Спасай ненаглядную. Что такое? Тебе плохо? Укачало? Может, в каюту пойдем? Да нет, в каюте душно. Я лучше здесь, на воздухе. Все нормально. Спасибо. Эй! Я туда и обратно! А вы пока обустраивайтесь. Угу. И смотри, не приставай к ней. Ладно, шучу. Скоро вернусь. Идем? Привет мореплавателям! Привет! На корабле! Оу! Рыбу продадите? Я звонил, договаривался. Да-да, я помню. Для пикника. Держи. Далеко расположились, а? Спасибо. В бухте. Меня жена с другом ждет. Надо торопиться. Хорошего отдыха. Ну и где же он? Сказал, что скоро будет, до сих пор нет. Может, что-то с яхтой случилось, а? Ну, чё ты переживаешь-то? Вернется, никуда не денется. Он же у нас непотопляемый. Никитич! Никитич! А? Опять холодильник барахлит. Ну, почему перед выходом не проверили? Ну, вырубится, улов потеряем. А, еще не уплыл. Вроде же к берегу торопился. Ну, показывай. Ну, что у тебя там с холодильником? О, ну, где ты там? Нет, спасибо. Тебе, по-моему, тоже уже хватит, Семен. Не того ты полюбил, Вик. Опять ты начинаешь. Ну, может, скажешь все-таки, что у вас там с Кириллом за тайна такая, а? Или ты так просто для значимости щеки свои раздуваешь? А сказать на самом деле нечего, а? Ошибочка с вашей стороны.
Ты действительно хочешь правду знать? Правду. Только потом не жалей. Ну, говори же. Или все-таки нечего рассказать? Твой Кирилл человека убил. Как убил? Вот так. Когда? В 91-м. В Приморском. Задушил руками. Нет, нет, этого не может быть. Может. Как это случилось? Тогда модно было бандитов играть. Модно. Втянулись на гоп-стоп. Курортников грабить. Ну и шла она. Это была женщина? Господи. В золоте шла. Барыня такая. Подвалили туда-сём. Да яхнуть не успел, как Кирюха ей в шею вцепился и еле тащил его. Этого не может быть, Господи. Господи. От трупа мы избавились, конечно. Только на тутошней оказалось. Ну и быстро на нас менты вышли. Пришлось откупаться от них. Ну, а потом ноги отсюда делать. Лицо ее вот так вот до сих пор стоит перед глазами, как будто это вчера было. Вот... Понимаешь, вот так с этим и живу каждый день. Знаешь, как тяжело? Тяжело, понимаешь? Хочется изменить, а понимаешь, что изменить уже ничего нельзя. Вот так вот. Хотел правды, вот тебе правда. Вот тебе горькая правда о твоем Кирилле, понимаешь? Господи, прости меня, Вик. По-моему, тебе уже хватит пить. Вик, прости. Ты специально это про Кирилла. Да отпустите прямо меня! Вика, да прости! Отпусти. Вика, Вик, отстань. Постой! Стой! Стой, Вик! Отстань от меня! О! Надо же, опять стоит! Глянь, который час? Может, что случилось? Эй, на яхте! Что случилось? Капитан прислал спросить, не нужна ли вам помощь. Да вот. Мотор заглох, не заводится. Возился, возился, никак, зараза. А лодки, как назло, нет. Мы в Приморске возвращаемся, так что хотите, отбуксируем вашу яхту. Буду благодарен. Вот только если можно, давайте в бухту заскочим, жену с другом заберем. Вика! Семен! Ребят, вы где? Ребят, вы где? Thank you.
Федор Алексеевич, послушайте, я не убивала Семена. Это не я, Федор Алексеевич. Вы мне верите? Верю. Давай-ка мне еще раз. Все расскажи подробно, как было. Да, я не помню. Я бежала, споткнулась, головой ударилась, потом... Ну, это не я, Федор Алексеевич. Ведь это же я помнила бы. Ведь помнила бы, да? Я прошу вас, помогите. Давно у нас такого не было. Просто все на ушах стоят. Ну-ка, иди сюда, сядь. Я сейчас тебе совет дам. Сознайся во всем, слышишь? Тогда срок меньше дадут. А так впаяют по полной программе. Кто-кто, а это я знаю. Но я ведь не... Я не виновата ведь. Да. Лучше бы ты за Данилу пошла. Глядишь, и жизнь у тебя по-другому повернулась бы. Да. Федор Алексеевич, передайте Кириллу, что я не убийца. И никогда этого не признаю. А еще скажите, что я люблю его. Лейтенант. Ну что, Федор Алексеевич? Говорит, не убивала. Просила передать. Федор Алексеевич, я сейчас в тяжелом положении. Мы с Викой в разводе, но как ни крути, мы с ней повязаны. Она мать моих детей. Я не могу против нее свидетельствовать. Да и репутация моя. Понимаю, Кирилл Валентинович, сочувствую. Но чем могу помочь? Сделай так, чтобы эта история коснулась меня по минимуму. Ты когда-то мне помог. За мной не зашавеет. Рад, что не забываешь. Но на этот раз у меня нет полномочий. Областная прокуратура считает, что это дело нам не по зубам. Шлет своего следователя. Ты его знаешь? Ну, а как же. Старый давний знакомый, не считайло, Роман Иванович. Когда-то вместе в школе милиции учились. Но я в этой глубинке осел, он в гору пошел, потому что карьера для него на первом месте. А вот и он не запылился. Значит, Кирилл Валентинович, из города не выезжайте. Чем смогу, помогу. О, Роман Иванович! Здоров, Федь! Давно не виделись. Но и шороху с этим убийством начальству краевой прокурор звонил. Лично взял под контроль. А ну, докладывай, что тут у вас произошло? Да ты не такие дела распутываешь. Дело внятное. С личностью убийства вообще сомнений никаких нет. Пойдем. Ну, значит, не буду здесь долго торчать. Сейчас ознакомлюсь с материалами. Быстренько следственные действия, че торчать, и домой. А по рюмочке? Ну, это само собой. Жди. Ну что в милиции? Как Вика? Ну, говори. Мне очень жаль. Дети где? Дома. Ну, как такое могло случиться? Викуся, да я ж в жизни не поверю, что она на такое способна. Ну, надо же что-то делать, Кирюша. Ну, надо же нанять хороших адвокатов. Василиса Тимофеевна, сейчас я приехал забрать детей. Хорошо? Как? Раиса Петровна! Да? Собирайте детей. Зачем? Мы уезжаем. Зачем? Зачем? Ведь это же с ней ошибка! Они же сейчас разберутся и выпустят ее!
Она вернется домой, а дома никого. Поторопитесь. Василиса Тимофеевна, мне бы тоже очень хотелось в это поверить. И я переживаю не меньше ваших, поверьте. Но сейчас лучше будет забрать детей. Вот и все. Василиса Тимофеевна, ну, успокойся, успокойся, милая моя. А я ведь знала, я с самого начала знала, что он принесет беду в наш дом. Пап, мама в тюрьме. Она скоро выйдет. Я думаю, что мы с ней не скоро увидимся. Вы сейчас вернетесь в пансионат. Через какое-то время я вас заберу. Я пока должен остаться здесь. Сейчас для всех нас тяжелое время. Я тоже переживаю. Петь, ты уже взрослый. Я прошу тебя. Позаботься, пожалуйста, о своей младшей сестренке. Она самая маленькая. Ей тяжелее. Хорошо. Я позабочусь. Спасибо. Машину останови. Я надеюсь на тебя. Пока. Водички дай. Сядь. Водички. Не убивала она. Я всеми святыми клянусь, не убивала. Все, все, Тимофеевна, успокойся. Ну, хотя что скрывать? Обвинение тяжкое. Кирилл, вот настоящий убийца. Хитрый Иуда. Он все заранее спланировал. Вику заманил в бухту, чтоб никаких свидетелей не было, пока он свое черное дело проворачивать будет. А ведь я ей говорила, не ехай в бухту. Нет, она меня не послушала. Ну, раз он такой злодей, чего ж он сразу и внучку твою не кокнул? Так на это ж весь расчет был, Федя. Если он всех уберет, вы ж настоящего убийцу искать станете и на него выйдете. А здесь, получается, одна Вика виноватая. Одним выстрелом двух зайцев, а? Доказательства есть? Я сердцем чую. Кардиограмму к делу не пришьешь. Следствие разберется. Что у тебя еще? Дай повидаться с внучкой, Федя. Нет, до суда не могу. Закон не позволяет и... Федор Алексеевич, не бери греха на душу. Ведь, может быть, не доживу, может быть, последний раз. Дай увидеться с ней. Викуся. Бабушка, бабушка. У вас 15 минут. Я не убивала, бабушка, я не убивала. Я знаю, все это Кирилл. Это все он подстроил. Это не Кирилл, ты что? Не говори ерунды. Его там вообще не было. Он на яхте уплыл к рыбакам. Кто же тогда? Кто? Кто? Ну, не знаю я, но это точно не он. Он забрал детей. Он считает, что это ты убила. Он не будет тебе помогать.
Я докажу, что это не так. Он поверит, все поверят, что я не убивала. Как? Чем мы докажем? Чем? Подожди, Ба. У меня же есть адвокат. Себе он все оплатил. Ей нужно только в Москву позвонить. Сделаешь, Ба? Я все сделаю. Я все. Все, что бы с тобой ни случилось. Ты знай только одно. Я всегда буду рядом с тобой. Господи, дитя мое. Господи, помоги нам. Господи. Вы позвонили в адвокатскую контору «Теплицкие партнеры». Сейчас я не могу подойти. Оставьте ваше сообщение после длинного гудка. Альбина Григорьевна, я бабушка Вики Кравцовой. Крученинной, то есть. У нас беда. Вику арестовали. Приезжайте.